Здравствуйте, уважаемые телезрители! И мы снова с вами здесь, на этой сцене. В музыкальном проекте «Музычная академия Евробачення». А с вами сегодня Никита Киоса, Элизабет Арфуш, Ева Фисенко и Вика Славина. Оценивать участников в нашем шоу будут 5 авторитетных членов жюри. Кавалер Итальянской Республики, президент Sanremo Junior и Global Education Festival Паоло Альберти. Со стороны Финляндии продюсер, поэт, композитор Елена Трубуштюк. Певица и актриса из Казахстана Мусрали Мурерт. Певец, композитор, автор своих собственных песен и просто человек с большой буквы Брэндон Стоун. Со стороны России неоднократная участница детского Евровидения Катя Рябова. Сегодня не только заключительный концерт в номинации «Песня на выбор», но и последние сольные выступления наших конкурсантов. По-моему, все конкурсанты на нашем проекте друг от друга отличаются. Вот, например, особенностью девушки, которая уже буквально через пару секунд появится на этой сцене, это ярко-рыжие волосы и желание постоянно развиваться. На сцене участница из Украины Карташова Аня. Как жизнь без весны, весна без листвы, листва без грозы и гроза без молний. Как годы скучны, без права любви лететь на призыв и листок безмолвный твой. Увы, не предскажешь беду, зови, я удар отведу. Пусть голову сам за это отдам, гадать о цене не по мне. Любимый мой, дороги любви у нас нелегки, зато к нам добрый белый мох и клевер. Полны соловьи счастливой тоски и весны щедры, возвратясь на север. Земля, где так много разлук, сама повенчает нас вдруг. За то, что верны мы птицам весны, они и зимой нам слышны, любимый мой. За то, что верны птицам весны. Они и зимой нам слышны, любимый мой. Аня, честно скажу, мне не так уж понравилось. И интонация плавает. Хотелось бы, конечно, мы с первых нот, я думала, ты сейчас дальше пойдешь и улетишь. Такое ощущение было. И что ты тихонько будешь как бы чисто петь. Из-за того, что не чисто спела, я не так уж удовлетворена твоим вокалом. Удачи тебе. Больше работы, пожалуйста. Я буду стараться. Ты знаешь, а мне понравилось. Мне искренне, честно понравилось. Ты такая молодая, красивая Джульетта. У тебя красиво развивается платье, номер романтичный. И ты знаешь,
Понятно, с интонацией были проблемы, ты это сама, я думаю, прекрасно понимаешь. Но это все такая ерунда, на самом деле, по сравнению с тем, что ты передала эти эмоции. Вот, мне действительно очень понравилось, молодец. Спасибо большое. Итак, оценки. 9, 8, 8, 8 и 10. Спасибо. На эту сцену сейчас выйдет участник, который покорит все ваши сердца. Встречайте бурными аплодисментами Мамедов Фариз. Of day, when the heat of the wrong world can be turned away, and can you feel the love tonight? How it's laid to rest. It's enough to make and vagabonds believe their very best. There's a rhyme and treason wide outdoors, when the heart of the star-crossed watcher beats in time with yours, and can you feel the love tonight? How it's laid to rest. It's not было очень хорошо. Тембрально у тебя очень красивый голос, теплая улыбка, позитив, все присутствует. И ты очень хорошо донес. Я очень хорошо почувствовала вот твою песню, подачу. Думаю, все было вот то, ну, конечно, стоит еще поработать с интонацией, с высокими нотками. Где-то были, но ты, в общем, справился очень хорошо. Спасибо. Спасибо. Что вы скажете? Хорошее выступление, такое добротное. Вот я не знаю, как со мной коллеги согласятся или нет. Обычно, может быть, что-то мы детям много говорили, почему-то они стали, вообще перестали использовать мелизматику, да? Тут как-то просится, да? То ли раньше все время говорили, не надо, не надо. И они, похоже, стали какое-то прямолинейное все такое стало, да? Нет какой-то фантазии такой. Хотелось бы чуть-чуть фантазии побольше. Но вообще ты мне очень нравишься. У тебя прекрасный образ. Спасибо. Развивайся дальше так. Удачи. Ваши оценки. Я уже вижу, что оценки очень высокие. 10, 9, 9, 9, 9 и 9 баллов. Ну что ж, давайте поддержим не только достойную вокалистку, но и яркую личность из российской команды. Ваши овации. На сцене девочка, которая просто мечтает победить в нашем шоу. А имя ее Ахсарова Диана. Россия. Hurricane, do you ever feel so paper thin, like a house
guitar, one blow from Kavanaugh. Do you ever feel already buried deep? Six beyond the screams and no one seems to hear a thing. Do you know that there's still a chance for you? And there's a spark in you. You're just gonna ignite the a current man comes a rainbow. Maybe a reason why, oh, it doesn't close. So you could open one that leave into the perfect note. Like a lightning bolt, your heart will grow. I never start to know. You're just gonna ignite the light and let it shine. Диан, во-первых, не нервничай. Несмотря на оценки, несмотря на то, что тебе сегодня скажут, ни в коем случае не останавливайся, продолжай развиваться, хорошо? По интонации. На самом деле, сегодня это очень актуальная тема. Вот. Ну, немножко плыла, верхушки где-то не доставала. В целом, все очень хорошо. Песня классная, мне очень нравится. Ты вжилась в образ, все было очень стильно, органично, красиво. Вот, продолжай работать. Спасибо большое. Я поддерживаю Катюшу. Вжилась, насколько смогла, в образ. Но чувствуется, что волновалась, что-то как-то ты перенервничала, да? Потому что я предыдущие твои выступления смотрела и понервничала сегодня. Но у тебя все получится, у тебя все впереди. Правильно Катя сказала, не переживай, просто работай, расти. Спасибо. Я поддерживаю ее мнение. Просто песня очень хорошая. Может быть, ты себя не слышала в мониторах? Музыка тихо немного была. Немного музыка тихо играла. Была, да? Может быть, поэтому мы слышали все ноты, которые ты пропела, и все мимо, которые были, и все хорошие. То есть был слышен, к сожалению, сейчас для нас это было так, что был слышен только твой голос, и поэтому было слышно много нот, которые нечистые. Может быть, в этой песне, она очень трудная, все время так... там, знаешь, трудная песня, хорошая. Я считаю эту песню больше не конкурсная, она больше, ее надо записывать и исполнять в шоу. А на конкурсе я бы взял другую песню. Но ты мне очень нравишься, у тебя очень хороший, позитивный взгляд. Ты замечательно вот передаешь свою энергию, поэтому за это большой плюс. А вокалу, пожалуйста, еще сольфеджио, пожалуйста, позанимайся, хорошо? Спасибо большое. Будем делать. Итак, оценки. 8. 8, 8, 8 и 9. Спасибо. А сейчас на сцену выйдет юная артистка, которая зажжет аудиторию своей харизмой. Встречайте, Логвинова Тамара. Oh.
narco corazón. Alma solo te con soledad y es que ya no puedo verte porque Dios me hizo quererte por hacerme sufrir más. Es la historia de un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio no sol de vida. Pagándola después. Ay, la vida tan oscura. Sin tu amor no viví. Di un amor como no hay otro igual que me hizo comprender todo el bien, todo el mal que le dio no sol de vida. Trovo che ha fatto un'interpretazione molto personale, molto Я particolare. Заметил, что вы сделали очень личную и особенную интерпретацию этой песни. Può piacere di più o di meno. Она может кому-то нравиться больше, кому-то меньше. A me è piaciuta. Но мне понравилось. Per cui darò un bel voto. Поэтому Спасибо. Я дам высокую оценку. Спасибо большое. Томочка, ты мне очень нравишься, за тобой давно наблюдаю, и ты растешь, и вообще это классно так, то, что до этого номера сделала такую себе хорошую историю, заодно распелась, да? Спасибо. Зарядилась, аккумулировала сама себя, вот, мне понравилось. Спасибо большое. Пока не снимали передачу, ты пела. Да. Никто этого не видел, к сожалению, камера не снимала, и мы все так насладились твоим вокалом, твоим драйвом. Это было очень круто. Вот прямо. Спасибо большое. Я тебе оставил все, по-моему, баллы. К сожалению, это никто не видел. Жалко. Да. Спасибо большое. Теперь по песне. Сколько, моя хорошая, ты слушала Роберто Кель Торреса на волне 2013? Очень много раз. Потому что я-то с Роберто эту песню делал. И я делал все, что ты пела, я помню хорошо. То есть тебе понравилось его выступление? Да. Но потом мне сказали, что есть вот Брэндон Стоун, послушай его. Я такая, блин, он же еще в жюри сидит. Надо было послушать раньше его. Ну все, теперь 10 баллов гарантированно. Все равно не твой репертуар эта песня. Я бы пел вот то, что не снимала камера. Потому что то, что ты пела до этого, это было просто супер. У тебя больше роковая, больше драйвовая тебе надо петь. У тебя голос такой, ты нас всех просто убила. Поэтому за эту песню я бы тебе дал 8, а за ту песню, которую никто не слышал, я тебе даю 10. Поэтому будет между, хорошо? Но ты молодец, пой то, что до этого, на английском языке обязательно. Спасибо большое. Что ж, оценки 10. 10, 9, 9.
10 и 10. Ну что ж, спасибо. А мы уже ждем участника из России, который готов привезти приз домой. Эта девочка не любит, когда ее с кем-то сравнивают, и я уверен, что она готова бороться за главный приз до победного конца. Встречайте на этой сцене конкурсантка из России, Настя Ильинская. Через время протяни голос тихий и глубокий. Звезды тают над Москвой. Может, я забыла гордость, как хочу услышать голос, как хочу услышать голос, долгожданный голос твой. Позвони, позвони. Тебя проходят дни, что со мною я не знаю. Умоляю, позвони, позвони, заклинаю. Дотянись издалека, пусть над этой звездной бездной вдруг раздастся гром небесный, вдруг раздастся гром небесный телефонного звонка. Позвони, позвони. Если я в твоей судьбе ничего уже не значу, я забуду о тебе, я смогу, я не заплачу эту боль перед тебя. Я дышать не перестану, все равно счастливой стану, все равно счастливой стану, даже если без тебя. Что ж, все было очень стильно, очень поставлено, классная хореография. Мне понравилось то, что вы по-современному передали эту песню. Спасибо. Да, образ был, да. Все было отлично, вот. И ты передала эмоции этой песни хорошо. Большое спасибо. Молодец. Молодец. Вот это то, о чем мы говорили, и говорим и будем говорить. Правильно подобранная песня. Надо всегда понимать, что это конкурс, что, возможно, сильное волнение, устало, все. И надо всегда это учитывать. Потом великолепно, великолепно срежиссировано, просто перенесли в фильм Муравьева, Абдулов, то время отлично. Очень спело, четко попало во все, молодец, мне очень понравилось. Большое спасибо. Так, Настя, вначале ты... Когда начала петь, там низа не доставала. Хотелось бы услышать хорошие низа. Раз уж ты берешь такой репертуар, надо везде звучать, мне кажется. Ты находишься на вокальном конкурсе. Я оцениваю твой вокал средним. Спасибо. Я понимаю, вокалист правильно все сказала. Но маленькая деталь. Понимаете, в чем дело? Песня исполнена. Точно, как исполнила ее Муравьева, а это было актерское исполнение. Вот в чем 10 с плюсом. Большое спасибо. Это филигранное попадание. Итак, оценки. 10, 9, 9, 9 и 10. Большое спасибо. Итак, сейчас на эту сцену уже торопится представитель из Казахстана. Она рассчитывает только на высокие баллы и ваши бурные аплодисменты. Встречайте, Турихканова Сабина!
ты эмоционально все правильно передала. Живая энергетика, уверенность в себе, подача. Удачи тебе! Было супер! Спасибо. Брэндон, скажите, пожалуйста, вы поверили Сабине? Ну, ты просто молодец. Вышла, завела всех, убила всех. Все супер. Спасибо. Елена? Вот мне показалось, что ты подумала, а уже будь что будет, уже релакс, финал. Отпустила себя. И у тебя получилось все классно, то, о чем мы говорим. Надо уметь так, ну это профессионализм, когда так раз переключиться, как рычагом, чик, отпустить. Молодец. Спасибо. Браво. Паоло. Ha fatto un'analisi molto molto fredda di se stessa e ha dimostrato una grande intelligenza perché ha detto la verità. Ты провела глубокий анализ самой себя и ты была очень умницей, потому что ты сказала правду как есть. E anche un'onestà intellettuale. Ты проявила себя не только как певица, но еще и как девочка интеллектуально подготовленная. Oggi ha cantato veramente bene. Complimenti. Ты очень хорошо спела сегодня, умница. Спасибо большое. 10, 10, 10, 10 и 10. Спасибо, спасибо большое. А представительница украинской команды уже готова покорить сердца наших судей, ну и, конечно же, ваши сердца, дорогие наши зрители. Эта юная девушка еще ни разу не получала оценки ниже 10 баллов от нашего жюри. Узнаем, что же сейчас получит она буквально через пару минут. Встречайте на сцене Катя Рыбак, Украина. Кофе мой друг, музыка мой драк, и все, что вокруг, я могу сыграть. Дорога мой дом, моя тетрадь, пока мы вдвоем, мы точно не будем спать. Кофе мой друг, музыка мой драк, и все, что вокруг, я могу сыграть. Дорога мой дом, небо мое, пока мы вдвоем, мы точно не будем спать. Ночь меня ждет за мокрым стеклом, она все поймет молчанием. Спасибо большое. Ух, зацепила, конечно, песни. Было пару моментов там, уже устала, наверное, ноты, но это было не важно, потому что ты так чувство передала правильно, что просто все были вот прямо возле тебя и чувствовали то, что ты поешь. Огромный тебе респект за это. Спасибо большое. А я дальше пошла, я была не только около тебя, я была в своей истории. Спасибо тебе большое. Супер. Спасибо.
очень классную песню ты выбрала. Интерпретировала ее по-своему. Вот просто нет слов, действительно. Я наблюдала за реакцией зала. Мурашки по коже от того, как ты поешь. Да, большая молодец. Браво. Спасибо большое. 10, 10, 10, 10 Спасибо большое, спасибо вам. Спасибо. А на сцену уже торопится следующая участница, которая готова использовать свой шанс на победу. Встречайте, безродная Ванесса, Казахстан! I know that just the way it goes, and you ain't trying for show. It's on a back on life for the last time. It won't take my soul now. The time makes me so get away. There's no simple to say. One day in your life, say love will remind you. How would you leave it all behind? One day in your life, it's gonna find you. Where the tears that left me cry. And maybe I'm stronger than before. You gotta lay it on that line. Maybe one day in your life, you call me. Is it time to say goodbye? Наш зал, потому что это просто великолепно, когда ребята поддерживают участников. Ну вот, наконец-то, я знал, что вы так скажете. Конечно, бу мне, потому что неправда, конечно же, десятка. Вы спасибо что? Большое. Это же... Я сначала подумал, вот сейчас выйдет девочка, ну что она с этой песней может делать? А тут такой голосина фирмовый пошел в таком маленьком хрупком теле, ну это очень круто. Ты спасибо. Молодец, так, так дальше держать, развиваться, очень фирмово, очень круто. Просто занимайся дальше, но ты всех просто завела, и мы все здесь в восторге от тебя, поэтому ты молодец. Паула. Скажите, пожалуйста, из какого города вы в Казахстане? Из Семипалатинска. А, Лора, не посу дали 10, Лора. Тогда спасибо большое. 10, 10, 10, 10 и... Брэндон, нам будет сложно считать. Полегче. Все десятки. Спасибо ваши большое. Аплодисменты. Общий итог 50 баллов. Ванесса, склонись. Ваше поздравление. Спасибо большое. Я очень рада. Что ж, а мы уже ждем на этой самой сцене следующую яркую и незабываемую конкурсантку. Встречайте, участница из российской команды Ларютина Ольга. Найди меня, мама, на фото, крайняя справа. Замечи сливые твои диоды, я и он.
Круто очень. Единственное, занимайся ритмикой, потому что мы вот прямо здесь вот, да, с миру эрт, уже, то ты движешься очень быстро, то ты назад немножко, очень хочется, вот у тебя проблем с голосом нету, все очень клево, все очень классно спело, вот мне здесь драйва хотелось, чтобы в ритм, потому что эта песня такая, ее надо в ритм бить. Тебе заниматься обязательно, ты себе сиди и считай ритмику, и тогда вот через год будет очень круто. Хорошо? Спасибо большое. 9, 9, 10, 10 и 10. Спасибо. А сейчас хочу попросить подготовить ладоши группу болельщиков Украины, потому что... Потому что на сцене неутомимый боец за победу. Это представительница Украины Марта Рах. Встречайте! Дороги не рубай тополю, може, та тополя твоя доля. Твоя доля світла тополина, наче пісня журавина. Не рубай тополю, очень красивый лиричный голос, прекрасно выглядишь. Мне кажется, было бы красиво, если бы ты ноты тянула и после добавляла вибрато в конце. Вот тогда было вообще замечательно, супер, красиво, молодец. Дякую. Очень, очень нравится выступление это и предыдущее. Ну, я наслаждаюсь, во-первых, украинским языком. Широко. Богато. Мой любимый Николай Васильевич Гоголь передо мной. Днепр. Ну, мне все понравилось. Умница! Браво! Паоло. Secondo me c'era qualche piccola sbavatura, ma la canzone è così difficile che ci può stare. Мне кажется, там, может, и была какая-то маленькая неточность, но песня такая сложная, что ничего страшного. Il mio problema è che non capisco la lingua, purtroppo, però lei è stata così brava che con l'interpretazione mi ha fatto sentire questa canzone. Моя проблема в том, что я, к сожалению, не понимаю этого языка, но ты так хорошо это сделала, что я почувствовал твою песню. Dunque, è molto difficile questo. Это было очень непросто сделать. Brava. Молодец. Дякую. Я не раз за тобой наблюдаю.
Я очень рада, что ты так очень серьезно относишься к этому виду искусства, к вокалу. И я с каждым разом вижу весь этот процесс, что ты очень правильно движешься вперед. Ты большой молодец. Я уверена в том, что у тебя большое будущее. Занимайся еще больше. У тебя большое будущее. Я это уже вижу. Я это чувствую в тебе. Ты так аккуратно все классно спела. Мне очень понравилось. Да, так. Очень деликатно, действительно. Да, супер просто. Молодец. Когда ты вырастешь, Украина будет просто гордиться тобой. Дякую. Потому что ты мне чем-то напомнила Софию Ротару. И, це мені не перший раз вже говорять, і мені дуже приємно це слухати. Ну от, поэтому молодець, що ти такі пісні вибираєш, раз у тебе голос такой, который подходит к таким песням, то ти і душа, да, то ти молодець, що поєш. Вот, оставайся вот на такой линии, і тебя все просто будут любить. Конечно, можно. Я поняла, что я хочу сказать, то, что мы все почувствовали. Это вот единственный участник, вот, по-моему, в котором есть гармония во всем. Дякую. Итак, оценки 10, 10, 10 и 10. 10 баллов. Общий итог 50 баллов. Марта.